Всем привет, с вами Вика, и сегодня я решила все-таки сделать маленький летсплейчик, ну, если это можно так назвать, на игру Goat Simulator, то есть, если по-русски, симулятор козла, ну, давайте начнем. Так, я буду играть в первом мире. Так, ну что ж, давай. Так, коза. Я коза. Там на тачках гоняет. Так, а что будет, если я на нее залезу? Ничего, да? Хоп! Хоп-хоп. Я прыгаю. А я могу что-нибудь лизнуть? О, я могу что-то лизнуть. Так, давайте прыгать. Хоп! 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 Побежали, побежали, побежали. По воздуху. О, коза отдыхает. Давай, коза! Коза! Ну что ты, коза-то? Коза дерется. Машина! Что тут у нас, в общем, есть? Что, если я ее забодаю? Дорожный знак. Все, никто тут останавливаться не будет. Это что, водяная горка? Как мне туда попасть? А, вот же. Почему ворота? То есть настоящий человек? Человек вообще не может снести ворота, а коза может. Батут! А почему тут нет воды? То есть бассейн есть, а воды нет. Это что там, грязные матрасы валяются? Хоп! Ого! Я хочу прыгать высоко! И меня никто не остановит. О, как я высоко. Что с козой творится? Оп. Все разлетелось к черту. Все к черту разлетелось. Ха-ха-ха. Я прыгаю. Ничего с козой не происходит, да. С козой ничего не происходит. А с человеком бы могло случиться. Так, тут я уже не знаю. Давайте будем прыгать, чтоб отсюда, в общем, выпрыгнуть. Так, что тут у нас, в общем, в этом мире есть? Оп, летим! Так, что такое? Что это такое? Я хочу туда залезть. Мне можно туда залезть? Чего я так быстро бегаю? Так, как забраться к козе? Чё она так медленно сдаёт? Нельзя, что ли, по-нормальному? Коза, коза, иди сюда. Блин, я... А, вот он. Ну, блин, ну почему коза не может забраться? Набраться. Я пытаюсь. О, о, а, ну как это забирается коза? Как-то не я забираюсь, башку я стукаюсь, но мне же всё равно. Я хочу забодать машину. Все, она взорвалась, и мне пофиг на всех. Побежали, побежали, мой компьютер заснул. Заснул мой компьютер. Коза, 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 дереза. О, это же огнеопасно, да? А коза не понимает, что это за знак и что там надпись огнеопасно. Коза делает, ё-моё. О, автозаправка. Знаете, что я сделаю? Правильно, Вика все будет бодать. Хап. Майкл Бэй, бабах. А тетя выходит такая. Ребята. Что? Что это за автомат? Можно покупать людей. Ребят, что это? Он плачет. Ему грустно. А теперь ему не грустно. Да, да, кому тут не грустно? А-а-а. Я могу зайти в магазин? Здравствуйте.
Так. Бомбю. Все тут. Бомбим. А этой тетке все равно. Она встала и пошла. Тебе деньги должны заплатить, а ты что стоишь? Ищи, тебе забодаю. Забодаю. Эх, все, понятно? Тут была коза, все. А людей продают, это же нормально. Все. Все, коза идет гулять. Что я видела, как видеоблогеры, они, то есть, летсплейщики, запрыгивают в какие-то там дома, и там, собственно, это все бомбят. Только я не знаю, как это сделать сейчас. Подождите, я сделаю, чтобы мой компьютер не спал. Все. Все. Машина объезжает. Я не хочу. Я хотела взорвать эту машину. А она... Она... Какашка. У них какой-то праздник. Пришла коза, ребята. Можно с вами повеселиться? Можно? Ура! Можно с вами? Хоп! 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 Я же случайно! Я случайно! Какашки! Какашки! Фу! А тут все плачет! Он только что горел! А коза горит, горящая коза. Коза горит, горит, и она не умрет, потому что у нее в попке бомбит. А тот убегает на гору. У-ху-ху. Так, ты что танцуешь? А, я ей прям на голову прыгнула. Лол, лол, ол, and me all. О, фейерверк. А я могу с ним взлететь? Ой, что? Ура, фейерверк! О, я видела конец карты. Вы это видели? Время в воздухе легко. О-о-о. Какао-какао. Хо-хо-хо. О, я могу забраться на крышу. Вот это Вика сейчас и сделает. Да. Я очень все люблю. И идем, забираемся, да? Машина взорвалась! Ай-ай-ай! А я можно на крышу? В жизни бы этого коза не сделала. Да. Это что такое? Что, рогатка? Что? Что я сделала? Что сделала? Как зашло? Мистика! Ура! Мистика! Мистика! Так, что мне? Все, меня задавило. Задавило что-то. Меня что-то задавило. Что ж, с вами была Вика, и всем пока!